Цикл лекций ведущих ученых для магистров кафедры биохимии и биотехнологии был организован с целью повышения качества образования студентов. Приглашенные профессора выступают с лекциями в рамках курсов, которые охватывают разные направления современной биологии. Кроме того, студенты получат возможность поработать на самом современном оборудовании, решая актуальные задачи в выбранной области. 11 октября в актовом зале Восточного корпуса главного здания КФУ прошла еще одна лекция, охватывающая наиболее актуальные проблемы молекулярной патологии. Рустем Литвинов, профессор КФУ, поднял такие вопросы, как «Что же такое молекулярная патология?», «Как обнаружить вирус в крови?», «Как лечить?» и «Что с этим делать?». Этих лекций в таком компактном собранном виде никто нигде не читает. Поэтому, поразмыслив, я решил, что это будет введение в молекулярную патологию, которая не читается в Казанском федеральном университете ни в каком виде. Биологи не занимаются медициной, а биология все-таки связана с медициной, хотя и не прямо. Я решил, что им будет полезно и интересно немножко выйти за рамки традиционных биологических представлений и углубиться в медицину хотя бы чуть-чуть. Молекулярная патология, как правило, изучает закономерности возникновения и развития заболеваний на молекулярном уровне. Эта наука является частью молекулярной медицины, которая сформулировалась на стыке фундаментальных наук и практической медицины. Рустем Литвинов рассказал о составных частях болезни, о видах вирусных отравлений, строении ДНК и РНК, также о классификации наследственных болезней. Цикл лекций, ведущие мировой школы студентам КФУ, будут полезны не только для начинающих медиков и биологов, но и для студентов других областей. Елизавета Евтифеева, Руслан Уразаев, Универ News.